На ВДНХ проведут бесплатный марафон про мозг в честь Всероссийского дня мозга, который отмечают ежегодно 22 июля. Марафон откроется завтра лекцией «Что происходит с мозгом человека в космическом полете». Слушатели узнают, как невесомость влияет на людей. В воскресенье пройдет лекция «Горе от ума. Что и как наши предки думали про мозг». На ней расскажут, что о мозге думали историки, философы, литераторы и почему раньше считали, что люди мыслят сердцем. Кроме этого, на следующую субботу запланировано мероприятие «Читать или не читать? Что мозг думает об этом?». Речь пойдет о разных функциях мозга, а также о том, почему обезьяна никогда не сможет прочитать книгу. А 31 июля обсудят активность мозга, в том числе, на что способна сила мысли. Последним мероприятием станет занятие «Мозг, потребности и эмоции», о витальных реакциях организма, социальном взаимодействии и многом другом. Для участия в мероприятиях марафона необходимо заранее зарегистрироваться. Это можно сделать по ссылке в описании к ролику.